Это самое дорогое в мире товарное судно. В течение 2 лет капиталовложения в его строительство превысили 200 миллионов долларов. Это сложнейшее по своей конструкции гражданское судно. По всему миру только 13 судостроительных заводов имеют разрешение на его производство. Его единственная миссия – перевозка источника чистой энергии с целью обеспечения нормального функционирования современных городов. Это судно делает жизнь каждого человека намного проще, но любая небрежность на каком-либо этапе строительства может привести к катастрофе. Самые передовые технологии в мире, самый огромный судостроительный завод и лучший судостроительный персонал позволили смотреть на это большое судно как на сокровище, являющееся доказательством того, что невозможное становится возможным. Таинственное гигантское грузовое судно, буксируемое 4 буксирными судами, входит в глубоководный порт. Кроме буксиров и этого огромного танкера, в округе нет каких-либо других судов. На палубе огромнейшего танкера не видно никаких товаров, ведь он предназначен для транспортировки сжиженного природного газа. На корпусе судна в глаза бросается аббревиатура из 3 больших букв LNG. То есть СПГ, сжиженный природный газ. Она сигнализирует проходящим кораблям, что танкер загружен опаснейшим сжиженным природным газом, поэтому непременно следует уступить ему дорогу, избегая столкновения. В специальном порту СПГ-танкер и днем, и ночью безостановочно через специальный трубопровод транспортирует сжиженный природный газ в расположенное возле порта газохранилище. С другой стороны, уже ждут огромные грузовики с емкостями для хранения СПГ. Они и доставят сжиженный газ в город. Все мы живем в разных городах, ежедневно по утрам готовим вкусный завтрак, потом на автомобилях уезжаем на работу. Во время обеда вместе пьем чай, разговариваем. А после работы возвращаемся домой, где с помощью горячего душа можем смыть дневную усталость. Все эти, казалось бы, обычные жизненные потребности возможны благодаря природному газу. На самом деле потребление природного газа не ограничивается только бытовыми потребностями. Это и горючее, которое мы используем, и обеспечение городов электроэнергией. Среди всех энергоресурсов природный газ обладает особым преимуществом.
它是最清洁的能源。首先，它在排放二氧化碳方面，燃烧相同的热值的情况下，它比石油要少排放25%的二氧化碳，比我们常用的那个煤要排放40%的二氧化碳。所以说，我们说它是非常清洁的能源，它对环境非常的友好。 Сегодня выбросы парниковых газов приводят к серьезным проблемам в окружающей среде, а природный газ, благодаря экологической чистоте, постепенно превратился в основной энергоресурс современного мира. Шанхай – это самый большой китайский город, который как раз переживает бурное экономическое развитие. Но в то же время проблемы окружающей среды начинают все больше и больше волновать население города. Поэтому высокоэффективный чистый природный газ становится защитником развития этого мегаполиса. До 2012 года Шанхай нуждался в поставке 4 миллиардов кубометров газа, но здесь отсутствуют его месторождения. Природный газ, нефть и уголь – одинаково древние биологические ресурсы, прошедшие несколько миллионов лет геологического процесса формирования. Запасы газа на Земле довольно обильные, но распространены неравномерно. Крупнейшие регионы залежей природного газа, где происходит его масштабная разработка, расположены в России, на Ближнем Востоке и в южной части Тихого океана. Транспортировать природный газ с другой стороны океана было совсем непросто до момента появления новых технологий. Природный газ в среде минус 163 градуса по Цельсию, сгущаясь, превращается в атоксическую жидкость без цвета и запаха. Именно это и есть СПГ. В сравнении с традиционным газообразным видом природного газа, его объем уменьшается в 600 раз, что весьма снижает расходы по транспортировке. Развитие Шанхая бесспорно нуждается в стабильных поставках больших объемов природного газа, что вызывает потребность в строительстве своего собственного танкера для перевозки СПГ. Но далеко не каждый судостроительный завод может построить СПГ-танкер, так как в обстановке сверхнизкой температуры огнеопасный газ уменьшается в размерах в 600 раз и становится крайне опасным веществом. Любой дефект в корпусе танкера может нанести ущерб, который невозможно будет компенсировать. 20 января 2004 года в Скигде, в Алжире, на заводе по производству сжиженного природного газа произошел взрыв. Вся многокилометровая территория завода сравнялась с землей. Погибло 27 человек, 72 получили ранения. Печальный урок, полученный в результате взрыва природного газа, привел к тому, что конструкторы и строители танкеров для перевозки СПГ стали более бдительными и осторожными. На рассвете на берегу реки Хуанпу ежедневно около 5000 рабочих входят в эти большие ворота. Это один крупномасштабный судостроительный завод. Ежегодный общий тоннаж производимых здесь судов доходит до 2 200 000 тонн. Еще более важным является то, что он входит в число 13 судостроительных заводов по всему миру, способных строить СПГ-танкеры, а также соответствует наивысшему уровню мирового судостроения. Сейчас ему предстоит построить для своего города сверхбезопасный танкер для перевозки СПГ. Это СПГ-супертанкер. Длина его корпуса 292 метра, ширина 43 метра 35 сантиметров. Его палуба равна размерам 30 баскетбольных площадок. За один раз он способен перевезти 174 тысячи кубометров сжиженного газа. То есть за один раз он может обеспечить месячную норму потребления природного газа для 23 миллионов жителей Шанхая. Строительство СПГ-супертанкера для Шанхая уже началось. В следующие два года инженерам предстоит вложить всю свою душу для производства самого безопасного в мире супертанкера для транспортировки СПГ. Для производства этого супертанкера будет использован новейший в сфере инженерного строительства секционный метод строительства. Он заключается в том, что огромный корпус делится на 264 отдельные части, которые производятся по отдельности и потом соединяются в единое целое.
Первый шаг в строительстве СПГ-танкера – это разрезание листовой стали. Несмотря на то, что это начало производства, однако оно осуществляется не в цеху, а в проектировочном отделе судостроительного завода. Перед началом строительных работ инженеры уже на бумажных чертежах производят расчеты и точное техническое проектирование каждого куска листовой стали, обеспечивая совершенную точность каждого из них. 20 марта 2010 года первая партия листовой стали доставлена на завод. Получив ее, рабочие должны на протяжении 5 месяцев из нее сделать свыше 6000 стальных листов, более 100 разных видов. Потом уже разрезанные стальные пластины разной формы с помощью сварки соединят вместе, образуя огромный корпус корабля. Каждый лист еще со времени доставки на завод уже имеет свое точное определенное место в корпусе. Что касается рабочих, то от них требуется не допустить ни малейшей ошибки. Ежедневно работа Си-Кайминь заключается в проверке информации. На каждом стальном листе нанесен специальный штрих-код, который содержит информацию о его размерах, дате принятия, работнике, который за него отвечает, и другая соответствующая информация, которая гарантирует, что лист будет использован согласно проекту. Эта информация будет варьироваться на каждом этапе производства. Си-Кайминь должна тщательно все проверить. Даже если один кусок листовой стали не будет соответствовать необходимому стандарту и при этом будет использован в корпусе судна, то это может привести к накоплению ошибок, что станет большой опасностью для всего будущего корабля. Мастер Джан – специалист по эксплуатации гигантского кромкофрезерного станка. Это специальное оборудование для исключительно точной обработки краев стальных листов. Согласно стандартам, точность 17-метрового куска листовой стали непременно должна контролироваться в пределах 1,5 миллиметра. Это как если бы при постройке 6-этажного здания вертикальное отклонение стены не могло бы превышать 1 миллиметр. Если качество сварки не может быть гарантировано, то в будущем это способно вызвать опасность утечки в корпусе корабля, что в свою очередь для судна с СПГ может привести к смертельному исходу. Спустя 2 месяца после того, как уже обрезанная листовая сталь прошла строгую приемочную проверку, можно приступать к следующему этапу работы. Эти стальные пластины будут последовательно сварены, образуя различные сегменты конструкции в разных местах корпуса. Эта работа довольно сложная и продолжительная. Это полностью автоматизированное сварочное устройство повышает эффективность работы больше, чем на 300%. Наиболее необычным является то, что в процессе сварки не видно искры. Все потому, что перед сваркой оборудование самостоятельно насыпает сварочный флюс, который не пропускает поток искр. Такое сварочное оборудование не только обеспечивает качественную сварку, но и является более безопасным и экологически чистым. Постепенно пластины листовой стали превращаются в отдельные сегменты. Внутри огромного цеха наконец-то можно одну за другой увидеть отдельные части корпуса СПГ-танкера. Внутреннее пространство цеха уже не может вместить секционные элементы весом от 40 тонн до нескольких сотен тонн. Для этого необходимо больше пространства, поэтому продолжать работу следует в доке. Все сегменты различного веса и длины будут перевезены из цехов в док. Но перед этим необходимо произвести тщательный расчет последовательности их транспортировки. Транспортировка этих громадных объектов по территории огромного судостроительного завода станет нелегким испытанием. Сегодняшнее задание мастера Джана состоит в том, чтобы уже сваренные части танкера перевести в док. Он управляет мощной грузовой автоплатформой. Ее тоннаж, благодаря специальному гидравлическому оборудованию, превышает тоннаж обычных грузовиков в десятки раз. Эта суперплатформа обладает еще одной особенностью. Каждое ее колесо может вращаться на 360 градусов. Это гарантирует свободное передвижение в различных направлениях по заводской территории. Управлять этой грузовой платформой совсем непросто.
Кабина мастера Джана расположена в нижней части машины. Более того, она не может вращаться, поэтому обзор слева, справа и сзади закрыт. Нужен специальный сотрудник службы безопасности, чтобы вести управление. Благодаря объединенным усилиям всех сотрудников, сегодняшний сегмент был успешно доставлен к пункту назначения. После 5 месяцев с момента начала работы строительство супертанкера по перевозке СПГ приблизилось к более важному звену, а именно постройке корабля в судостроительной верфи. Если мы сравним один сегмент корабля с деревянным кубиком, то сейчас самое время собрать из этих кубиков корабль. Но собрать все эти блоки воедино еще как непросто. Их вес достигает 1000 тонн, размеры огромные, а по требованиям к сборке погрешность не должна превысить 3 мм. Пришло время проявить свои возможности козловым краном. В верхней части судостроительной верфи установлены два козловых крана, вес которых доходит до 600 тонн. За один раз такой кран может поднять огромный объект весом 1200 тонн. Эти краны будут поднимать сегменты корабля и осуществлять сборку. Бригадир Чао каждый свой рабочий день начинает с того, что поднимается на самый верх козлового крана, чтобы проверить его функции. Он должен иметь гарантии того, что оборудование крана в нормальном рабочем состоянии. Если с оборудованием крана произойдет неполадка, это в будущем может повлиять на график постройки танкера, а каждый день отставания будет приносить заводу огромные экономические потери. Работа Дин Гуанфэна заключается в управлении козловым краном, с помощью которого он с высокой точностью устанавливает отдельные сегменты по определенным для них местам. Строительство СПГ-танкера значительно отличается от производства обычных кораблей. Здесь очень высокие требования к точности. Для корпуса танкера используются специально произведенные стальные пластины сверхбольших размеров. Каждый сегмент является чрезвычайно крупным. От Дин Гуанфэна требуется, чтобы погрешность стыковки этих элементов не превышала 3 мм. Это постоянный вызов. Если хоть один палец хоть чуть-чуть дрогнет, это может привести к непредвиденным последствиям. Сегодня ясная погода, но из-за вчерашнего ливня бригадир Цяо не смеет подходить к делу небрежно. Все сотрудники сообща согласуют сегодняшнюю навесную сборку. Неожиданно бригадир подает знак полностью остановить работу. Хотя установка этого сегмента прошла без каких-либо отклонений, Дин Гуанфэн все же заволновался. Бригадир Чао дал Дин Гуанфэну новое задание – медленно поднять часть корпуса корабля в вертикальное положение, чтобы слить несколько тонн накопившейся дождевой воды. Вполне вероятно, что эта вода на следующем этапе сварки могла бы создать огромные неприятности. Абсолютно пустая, освобожденная от воды часть корпуса медленно вернулась в свое назначенное место. После ее установки следует все же провести тщательную проверку, чтобы убедиться в правильности и точности расположения каждого сегмента в месте соединения. После трехмесячного монтажа корабля на судостроительной верфи работа над корпусом танкера в основном завершена. Но впереди еще более важные дела, которые предстоит выполнить. Предназначение судна – безопасная транспортировка сжиженного природного газа. При температуре минус 163 градуса по Цельсию сжиженный газ превращается в жидкий энергоресурс. Поэтому самая внушительная по размеру и самая главная часть на борту корабля – это трубопровод, который состоит из более 20 тысяч труб. Все эти трубы больших и маленьких размеров создают замкнутый трубопровод по передаче сжиженного газа. Чтобы этот огромный корабль весом 150 тысяч тонн мог плавать по морским просторам после полной загрузки сжиженным природным газом, его двигательная система должна быть особо мощной. Во время транспортировки в СПГ-танкере даже при сверхнизкой температуре сжиженный природный газ испаряется. Все эти испарения необходимо выпускать, иначе внутреннее давление в закрытых резервуарах корабля будет стремительно расти, что будет крайне опасно.
Вместо того, чтобы избавляться от этих испарений природного газа, просто выпуская их в воздух, лучше всего накапливать их и использовать как горючее. Таким образом, можно и устранить потенциальную опасность и сэкономить на горючем для транспортировки. Поэтому для этого танкера спроектирована система с двойным паровым котлом для горючего. То есть в качестве топлива он может использовать как дизельное топливо, так и природный газ. До сих пор это единственное в мире судно, на котором разрешено использовать перевозимый товар в качестве топлива. Два паровых котла отправляют пар высокой температуры и высокого давления по специальному высокотемпературному трубопроводу, главному мотору, тем самым позволяя СПГ-танкеру продвигаться вперед по морю. Каждая труба высокотемпературного трубопровода в каждом месте соединения с паровым котлом должна выдерживать пар температурой в 518 градусов и давлением до 60 кг. Поэтому требования к материалам и сварке трубопровода очень высокие. Все трубы произведены из специальной стали, способной выдерживать высокую температуру и давление. Перед сваркой они нагреваются до температуры свыше 100 градусов по Цельсию и в ходе всего процесса сварки не опускаются ниже этой температуры. На палубе корабля как раз устанавливают другой трубопровод, кардинально отличающийся от высокотемпературного трубопровода. Низкотемпературные трубопроводы являются важной составляющей частью системы судна. По ним проводится погрузка и выгрузка СПГ. Они соединяют 4 резервуара. В будущем с помощью этих трубопроводов при температуре минус 163 градуса по Цельсию сжиженный природный газ будет отправляться в резервуары для хранения газа на суше. Обычная сталь при температуре 163 градуса ниже нуля становится довольно хрупкой и непрочной, а специальная сталь, которую используют при строительстве СПГ-танкера, способна удовлетворить самые жесткие требования к безопасности, даже в наиболее экстремальных условиях. Но сваривать такую сталь гораздо труднее. Трубопровод сначала должен быть спаян на заводе. Это Дун Си, специалист по технологии сварки низкотемпературного трубопровода на судостроительном заводе. Он обладает уникальным умением сварки правой и левой рукой. После начала строительства СПГ-танкера на судостроительной верфи умение Дун Си производить сварку левой рукой неожиданно нашло удачную возможность для применения. Немало места низкотемпературного трубопровода очень узкие. Там сварщики не могли даже просунуть свою правую руку, не говоря уже о том, чтобы производить там сварку. Техника сварки левой рукой сразу же разрешила эту проблему. Сварка обеими руками раньше была довольно интересной, но совсем неприменимой на практике техникой. Однако сегодня она стала незаменимой при постройке СПГ-танкеров. В цехе по сварке трубопровода двое рабочих не похожи на остальных. Их задание – делать рентгеновские снимки каждого сварного шва. Это способ очень тщательной проверки. Каждую трубу, каждый сварной шов надо проверить особо тщательным образом и сделать соответствующую запись. Рентгеновский снимок относят в темную комнату для проявки. Один инженер специально отвечает за тщательный осмотр каждого снимка. Если в каком-то месте есть малейший изъян, он будет обнаружен. Это помогает гарантировать безопасность трубопровода, а значит и всего судна.
29 ноября 2012 года, Национальный музей Китая. Прошло полмесяца после того, как закрылся съезд КПК 16-го созыва. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин и члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ли Кацян, Джан Дэцзян, Юй Джиншэн, Лю Юньшань, Ван Цишань, Джан Гаоли прибыли, чтобы посетить грандиозную выставку «Путь возрождения». Большое количество фотоснимков, таблиц, диаграмм, подлинных предметов и видеозаписей окунает людей в те незабываемые, величественные годы современной эпохи. Важный момент времени проведения политики реформы открытости, современного строительства, когда наша страна вступает на новую ступень развития, в Национальном музее Китая, где собрано все лучшее из истории и культуры китайской нации, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин торжественно провозгласил: «Осуществление великого возрождения китайской нации – это ее самая великая мечта со времени наступления новой эпохи». С 1840年以来，我们是持续奋斗，在中国大地上展现出了中华民族伟大复兴的光明前景。 我们大家都能感到，我们现在比历史的任何时期都更加接近中华民族伟大复兴这个目标。我们现在比历史上任何时期都有信心，都有能力。 Стратегическая концепция «Китайская мечта» в полной мере продемонстрировала высокую историческую ответственность, миссию и высокие стремления нашей партии. Это и торжественное обещание, данное руководящим коллективом ЦК КПК нового созыва всему народу, и политическая декларация партии и государства, обращенная к будущему. Она вложила новое содержание в процесс отстаивания и развития социализма с китайской спецификой. Пустые разговоры наносят вред развитию страны, а реальные дела помогают в развитии государства. Чем ближе к мечте, тем больше смелости и мудрости требуется для преодоления трудностей и ответов на вызовы. Как будут справляться руководители, избранные на съезде КПК, с управлением государством, население которого составляет 1 миллиард 300 миллионов человек? 7 декабря 2012 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, который вступил на эту должность 23 дня тому назад, впервые покинул Пекин, чтобы инспектировать другие районы страны. Первой остановкой был выбран Шэньчжэнь, передний край политики реформ и открытости. Китайская мечта – это и есть чаяние народа Китая. Для ее осуществления необходимо опираться на народ. 期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境。期盼着孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。人民对美好生活的向往。 Вот что сказал генеральный секретарь Си Цзиньпин на встрече членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК нового созыва с представителями СМИ. Он доходчиво и ясно сказал о том, что ждет народ и какова ответственность партии. Наш план великолепный. Наша задача, конечно, труднейшая. Мы должны твердо идти по китайскому пути, развивать национальный дух, сплотить все силы Китая.